Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем прохождение Evil Genius 2. И мне тут пришли печальные новости. Все пишут: «О, ужас, ваша казна переполнена!» Да я знаю, блин! Мне некуда девать казну уже. Деньги. Я уже и казино расширил. Это еще больше денег приносит. Так, заманить Азула Сантоса нам надо. Ну окей. Так, если эта фигня просвечивает, то вот эта камера нам здесь не нужна. Вот что я подумал. Где у нас нет камер? Да у нас везде есть камеры, в принципе. Вот тут только в коридоре нету. Так, тут все просвечивается, тут просматривается. Ну вот так. Так, погнали на мировую арену. Что там, где Азул? Азул. Азул Сантос спешит в ваше логово. Готовьте ремонтные бригады и победите его любой ценой. А этого почему надо убить? Это кто? Почему у него стоит? Не надо. Не надо его убивать. Он нормальный. Я случайно, наверное, хотел его убить. Так, а вот Азул. И еще пришли какие-то чуваки с ним. Но это не важно. Ну и что вы там идете? Нет? Почему вот здесь не сидят? Непонятно. Что с ними не так? Но пока не важно. Пока нам надо что-то решить с Азулом. Сила закона первой заходит. Ну, welcome, как говорится. Давайте, ложите их, а не то эти уже на подходе. Lucent has found his way into the lair. Hunt him down. А его не видят. Во, увидели, наконец-то. Вы вновь одержали верх над этим суперагентом и узнали о нем важную информацию. Ваша следующая встреча станет для него последней. Честь не позволяет мне сдаваться. Еще увидимся. Признаюсь, амиго, моя вера в тебя слабеет. Похоже, ты решительно хочешь драться, как Руда. Ты только теперь это заметил. Я старался, как мог. Как только мог. Но ты не сдаешься. Но и я не сдамся. А лучше бы сдался, честное слово. Как боец на ринге должен драться по правилам, так и я должен жить по своим правилам. И мой кодекс запрещает сдаваться. Так, и где Азул? Еще одно задание на Азула. Или все?
На него все? С Азулом мы разобрались? Философский камень. Прикажите подручно выяснить, где находится легендарный камень медитации. Ну, давайте начнем. Философский камень — это интересно. Так, провести исследование камень среди камней. Давайте изучаем. Не все же нам драться с суперагентами. Лодка у них прикольная, смотрите какая. Я никогда не замечал, что у них такая модная лодка. Да, казино что-то попустело. Сейчас сколько народу приплывет, посмотрим. Много нет. Ну, не сказать, что прям очень много, но достаточно. Так, камеры. Тут надолго, да? Этот готов. Вы еще не готовы пообщаться с глазу на глаз. Погнали остальных на допрос. Так, что там с камнем? 33%. Построить предмет огнетушитель. Так я же строил их уже сколько? А, три огнетушителя. Казнить персонажа киллер, убить диверсанта, казнить техник. Но это мы, в принципе, все сделаем в последнюю очередь, наверное. Новая добыча. Меня вот это интересует. Что там? Философский камень. И почему здесь нет никого, блин? Рабочих 70. Давай. 13, 15. Этих по 15 сделаем. Техников 20, тут 21 многовато. Только сейчас заметил. Ой, простите. Только сейчас заметил отдел кадров. А, ну хотя я как-то его уже открывал, по-моему. Как-то давненько. Вы почему, падла, не идете наблюдать? Кто тут вообще должен сидеть? Рабочий. Обычный. Силовики. Нет, силовики должны охранять.
Так, 78% исследования. Тут обычные сидят. Можно медотсек перенести куда-нибудь, попробовать. На первом этаже у нас уже места не так много. Да его, в принципе, вообще нет. Второй этаж бегать не... Плохая идея, я думаю. Так, обнаружили философский камень, да? Забрать камень на мировой арене. Давайте посмотрим, где. Меч Варала, это явно не то. Перелетные ракеты нет. Тут бесконечно, это концерт. От края пропасти нет, тоже не то. Так, здесь махинацию проведите. Орден камня. Вот, забрать камень. Давай. Просто интересно, что там будет. Три наемника, давай. Бензинчик нам тоже нужен, по идее. А денег девать некуда. Я тебе поручил принести мне камень медитации. И почему ты здесь? А камень нет. Я пытался его забрать, ваша гениальность, но потом явились какие-то монахи. Называется Орден Камня. Сказали, что камень может получить только человек с уравновешенной кармой. А вы, ну, понимаете. Понимаю, очень хорошо. Я сказал, что сделаю все, чтобы получить то, чего хочу, и ни перед чем не остановлюсь. Если придется губить целые страны, я погублю страны. Если придется спасать щенков, буду спасать щенков. Так, и что нам надо сделать? Философский камень. Камень не достался вам, пока вы не уравновесите свою карму, а значит, придется делать самое трудное из того, что вы только делали в жизни. Добро. Добрые дела на мировой арене. Это, конечно, интересно. Ну, давайте делать добро. Так, на территории меча ужасная засуха. Мы-то хотели использовать свои автоматические пульверизаторы, чтобы распрыскивать сыворотку сна на гражданское население, но, кажется, придется поливать поля. Давайте, хорошее дело, раз. Вот хорошее дело. Вам убедительно объяснили, что дети – наше будущее. Вам так не кажется, но камень медитации надо заполучить, поэтому давайте уже постройте им бесплатную школу. Как связан рукопашный боец со школой? Давай. Хорошие дела. Одно уже готово. Так, здесь что? Мусор от туристов загрязняет тропические леса Амазонки. Так-то вам плевать, но выходите все на часть чистого кармического листа. Прикажите прислужникам очистить джунгли. Ученых, давай. Так, здесь что?
Оказывается, многие граждане патриота оказались в долгах за медицинские услуги, и некоторым они понадобились, потому что вы что-то устроили в каком-то крупном городе. Оторвите от сердца денег и оплатите их долги. 100 тысяч. Ну ладно, на. Офигели совсем. Где еще добрые дела можно сделать? Вот. Вы обещали спасать щенков, так спасите щенков. Вот этим, например, угрожает пожар, который вспыхнул в приюте в Гонконге. Так прикажите местным прислужникам спасти этих уродцев. Ну, спасайте. Так, здесь сбросили. Здесь сбросили. Здесь топливо заберите. Так, 4. Последнее, да, нам осталось? Ты не к щенкам? Да, ты к щенкам. А, нет, ты тут не щенки, тут что у нас, я уже не помню. Щенки там были. Украсть камень на мировой арене. Хватит уже этих добрых дел, пора вернуться к своему истинному призванию, делу злого гения. Отправьте своих лучших мастеров боевых искусств, чтобы взять камень силой. Окей. Это вот сюда? Пора вернуться, да. Вот 10 рукопашных бойцов. Вперед. An agent has been captured. I've got truth and justice locked and loaded. Я уже подготовил правду и закон. Опять ты. Это не важно. Сейчас мне важен камень. А, так, тут у нас что? Ох, нифига у вас тут, ребят. I have but one life to give for my country, but I won't give it today. Че у вас так много-то? Заполонили мне всю тюрьму. Interrogation success. An agent has given us their secrets. Пожалуйста, проходите, не толпитесь. An interrogation has succeeded. We have no intel. Нет, толпимся, я говорю. Interrogation success. An agent has given us their secrets. Just like you've been trained, agent. Так, ну вот и опять данных стало нормально. Агент Сталь. Единственный выигрыш. Чё? Монахи таинственного ордена, монахи. Ну не такие уж они и сильные, в принципе. А это Сталь пришла. Давайте посмотрим, как с монахами наши разберутся. Interrogation success. An agent has given us their secrets. Меня хватало камер. Почему стало резко не хватать? Давайте попробуем силовиков двоих посадить. Давайте. Все.
Не такие уж и крутые они оказались, да? Ну, сталь еще здесь бродит. Давайте их убьем. Нахрена камеры засорять? Потом все равно они заполнятся, правильно? Так, этих убили, и надо казнить рабочего в логове. Камень, вот теперь вы сосредоточились, чтобы отметить это событие. Казните прислужника, как в старые добрые. Пойдем. Кто первый? Обычный желтенький попадет, с того и казним. Ты. Тебе не повезло. Прости. Да стой ты. Are nothing more than target practice. Yes. Eliminate all targets. That's how your minions go. Отлично. Новая добыча лежит в вашем логове. My agents train in every combat art there is. Так. Камень медитации. Этот камень оказывает успокаивающее действие и гармоничное влияние на логово, в отличие от всего остального. Он большой. Да, он большой. Я бы даже сказал, очень большой. Так, ладно. Значит, все-таки нам надо расширяться. Это для допроса, в принципе, она почти не используется, да? Погнали. Yes. Eliminate all targets. Да, уничтожить все цели. You lost this battle the moment steel took the field. Да убейте вы их. That's how your minions dress. No wonder Agent Steel prevailed. Давай, убивай. Я пока занимаюсь логовом. Your minions are nothing more than target practice. Что-то народу маловато в логове. О, прибежали, доперли. Так, соответственно, нам надо же делать все по красоте. Соответственно, мы делаем дверь вот здесь. Вот так. Или неровно? Не, неровно. Так, вот так.
Да блин, назад, не то. Вот так. Вот так. Погнали. Ну блин, ты неправильно переставил. А нет, ты правильно переставил, прости. Только вот так надо поставить. Так, ставьте. Отлично. И где он будет лучше всего смотреться? Я думаю, здесь. Это мы уберем пока что куда-нибудь сюда. A criminal network has too much heat and has rocked down. А мои руки рядом будут, ну, протезы для рук, да? Будут выглядеть вообще прям шикарно, я думаю. Ну, возле камня именно. Почему нельзя? Так, давай сюда. А Миша вот сюда. Так, а вот эту пока штуку мы вот сюда переставим вообще. Ну, это бесполезное. Ладно, пусть здесь стоит. Так, давайте, работайте. Пора пленить сердце. Давайте камень. Этот камень оказывает успокаивающее и гармоничное влияние на логово, в отличие от всего остального. Там уже кто-то, буддисты какие-то или кто это, непонятно. Так. Все сюда. Сюда. Тоже сюда. 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 Куда пошел? За стол. У нас экстренная встреча. Совещание. Где остальные? Давай сюда. Да оставьте в покое эту фигню. Беги сюда. Бежит. Хорошо. Ты. Сюда. Прибежала, молодец. Присаживайся. Присаживайся. Давай быстрее, ты где? Только тебя ждем. Присаживайся. О, кстати, смотрите, сюда и эти ходят обычные, да? А ты не можешь? Ну ладно. Да, обычные приходят, и что им повышается? Ну, что-то повышается. Стоп, вот этот бежит. У него все на 100.
А смекалка снижается здесь. Используют все прислужники. Ну ладно, пусть используют. Пусть приходит. Мой дом, ваш дом, как говорится. Ну что, дорогие друзья, вот мы украли первую добычу, так скажем, крупную. Философский камень. Ну, здесь он почему-то называется камень медитации. Это круто, я считаю. Подписывайтесь на канал. В дальнейшем мы продолжим прохождение полное данной игры, чтобы нам своровать все, что можно здесь своровать, в принципе, чтобы было, ну, как-то весело, чтобы наш вот этот кабинет, так скажем, да, зал злого гения был заполнен разными безделушками. Не знаю, какие здесь есть, я уже все не помню. По-моему, в первой части был троянский конь, может, и здесь есть. Ну, посмотрим, поживем, как говорится, увидим. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить ваш большой палец вверх. И, конечно же, пишите ваши комментарии под этим видео. Я обязательно всем на все отвечу. И кому скучно проводить вечера, просто сидя ВКонтакте и тыкая по различным группам и лентам, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылочку вы найдете в описании, там выходят различные мемы, именно игровые, также различные компьютерные новости, ну и все новости канала, соответственно, в первую очередь появляются там. Увидимся в следующей серии. Всем пока!